Искусство мозаики считается одним из самых сложных. Чтобы собрать цельную гармоничную композицию, требуется немалая доля терпения. Однако результат стоит потраченных усилий. Во Дворце культуры Родина открылась уникальная студия мозаики. Первые ученики с удовольствием посетили мастер-класс под руководством Лаврентьевой Надежды, автора множества мозаичных икон в храмах по всей России. Сегодня в рамках партийного проекта «Мы первые» во Дворце культуры Родина открылась студия мозаики. Это действительно уникальное направление, и стоит сказать, что Химки богаты профессионалами в области культуры и с каждым годом привлекают все новых специалистов. И жизнь наших химчан разнообразна. Можно пойти и рисовать, и заниматься в гончарной мастерской, приводить своих детей и с пользой проводить время. Детство руководителя студии Надежды Лаврентьевой прошло в атмосфере творчества и искусства. Ее отец, заслуженный художник Российской Федерации, часто брал Надежду в мастерскую. Здесь зародилась любовь ко всему прекрасному. Сегодня Надежда Лаврентьева – последовательница ведущих итальянских мозаичистов, занимается мозаикой 15 лет. Передает свои знания и рассказывает, чем полезно такое творчество. Во-первых, я скажу, что если это касаемо именно детей, то это развивается мелкая моторика, это развивается внимание и память. Что касается пожилых людей, то, во-первых, это очень затягивающий процесс. Это очень редкое ремесло. Человек, который умеет складывать камешки в определенном порядке, и определенное в голове, то есть внимательно развивается память и так далее. Каждый желающий смог попробовать себя в роли мозаичиста. Гости мероприятия познакомились с материалами и инструментами, которые используют в работе, узнали о техниках и тонкостях искусства и создали небольшую композицию своими руками. Потом докалываем, то есть модуль кладем. А потом еще сверху, и потом еще щипцами. Передаем уже форму нужную. Родина – ведущее учреждение культуры городского округа Химки. Здесь работает множество студий и коллективов. Постоянно проходят спектакли, концерты и мастер-классы. Все для приятного досуга и творческого развития химчан. Елена Тараненко, Вильфрид Демпковский. Новости Химки ТВ.